Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь недавно купил в магазине, правда, летом брал такой приемничек. Здесь у него УКВ, короткий длин, короткие и средние волны. Вот. Здесь можно переключать ролики, то есть не ролики, а мелодию. Вот. Здесь есть шкала, передвигается, естественно, радио. Ручка такая металлическая, с этой стороны у нас антенна, вот которая, мы вот так поднимаем ее и слушаем, там, скажем, УКВ или FM радио. Работает на внутреннюю аккумулятор, мощность я, правда, не знаю. Аккумулятор заряжается непосредственно через этот вот вход, microUSB, по-моему, да, называется. Вот. Мне дается провод такой. И зарядку, правда, не дают, а просто берете телефон, зарядку и заряжается. Заряжается он где-то в течение, по-моему, 2 часов. Также есть аккумуляторный, то есть можно вставлять сюда батарейки. Вот 4 батарейки можно сюда воткнуть. Вот, и его на дольше хватит. Хотя здесь есть внутренний аккумулятор, внутренний. Вот можно еще дополнительно сюда поставить питание, на дольше хватит. Вот я таких еще батареек не нашел в продаже. Ну, может, когда-нибудь найду. Но мне хватает там, я заряжаю, там при помощи зарядки даются кабель microUSB. Ну, это можно любым телефоном. Вот антенна. Так, с этой стороны у нас есть отверстие под CD-карту и microSD-карту. То есть, вот. Есть USB вход. И еще есть гнездо, по-моему, выхода. То есть, входа здесь. Я думал, здесь гнездо для наушников, но здесь наушники. Нету выхода на наушники. Так хорошо бы с наушниками. Вот. То есть вы можете записать эту мелодию из интернета, вставить сюда. Я вставил карту памяти на 32 гигабайта. И когда включаем непосредственно сам приемник, вот здесь вот есть переключатели, вот, то есть или слушаем музыку от непосредственно карты памяти, вот здесь вот есть тумблер, включаем, или на приемник переключаем вот это вот этим тумблером. Вот этот тумблер здесь у нас получается, у нас что? У нас получается средние волны, короткие и FM радио вот здесь вот. Вот этой. Вот. И вот этой. Вот здесь вот мы переключаем вместе мелодии. Хотим побыстрее, можно мелодии переключаться. Вот нажимаем там, мелодия перескакивает. Вот. В общем, вот эта кнопка, я не знаю, что это такое. Еще не пробовал. Вот такой приемник, написано РП-334. Вот. Ну, сделан, естественно, в Китае. В России такие приемники не делают. В принципе, неплохой. Динамик здесь стоит 1-ваттный. Ну, довольно громко. Музыку сейчас нельзя за это показывать. Но я не буду вам это все заводить, как он работает. Кто хочет, сам купит. Ориентировочная стоимость, я, по-моему, где-то он дороговатый. Он примерно где-то 1800 стоит вот такой приемник. Примерно. Не помню, честно говоря, брал бы он летом. Я как увидел, думаю, там еще было здесь с часами, знаете, такой же подъемник, немножко дешевле стоит, а здесь вот такие часы, надо было с часами, ребят, взять. Так бы и приемник сгодился бы, и можно было часы смотреть, то есть поставил там куда-то, ну, на стол там, и смотришь, и часы как бы ходят, удобные. А часы были стрелочные такие, обычные часы, ну, электронные, естественно, были. Вот, блин, что-то на этот глаз положил, блин, ну и купил. В принципе, нормально, громко орёт от того аккумулятора, литиополимерного, там аккумулятор, по-моему, на 1000 мАч, может, на 2000, я не знаю. Они, главное, в паспорте не написали, какой аккумулятор там стоит. Но мне что-то не хочется разбирать ее там, посмотреть, какой аккумулятор. Вот. Короче, я уже второй раз заряжал ее. То есть, периодически я заряжаю. Когда это самое, заряд пропадает, и он тише поет. Потом тише, тише, а потом бац, выключается совсем. Если аккумулятор совсем сядет, и все. Ну, такой радиоприемник. Ну, легенький такой, ручка такая. Алюминиевая. Ну, такой, нормальный.
Углы, правда, такие более острые. Хорошо бы закругленные были. Ну, такой вот приемчик. РП называется 334. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. Подходит там для рыбалки можно взять, для похода куда-то, кто ходит. Лодочные походы можно брать. Там едешь там на байдарке, и музыка кричит. Работает радиоприемник. Вот, или просто музыку скачать на CD-карту или микро-CD, и сидишь и слушаешь музыку. Вот. Ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока-пока.